Продолжается ремонт на главной автомобильной дороге, которая связывает Нарьян-Мар с поселком Искателей. На участке протяженностью более 7 километров уже проделан достаточно большой объем работ. Тему продолжит Василий Хатанзейский. Контракт на реконструкцию дороги, которая соединяет город Нарьян-Мар и рабочий поселок Искателей, был заключен в 2019 году. В прошлом ремонтном сезоне дорожники бросили силы на приведение в порядок дорожного полотна, а уже в 2021 году активно начали благоустройство прилегающей территории. Заканчивается обустройство ливневой канализации, осталось закопать несколько септиков, сливных ям, куда будет все стекаться. Соответственно, примыкание в съезды дорожного полотна в моменте окончания проездов между плиткой будут тоже полностью заасфальтированы. По словам заказчика, за 2 года удалось проделать большой объем работы. Были установлены заборы вдоль дороги, обустроены участки для остановки автомобилей, проделана реконструкция тротуаров для пешеходов и велосипедистов. Проектом предполагалось создание еще велодорожек. Соответственно, подрядчик услышал наши пожелания и сделал такую символическую разделительную линию, которая показывает, визуально отделяет за счет цвета ту зону, по которой может ходить пешеход, и ту зону, где предполагается движение велосипедистов. Несмотря на то, что работы еще не закончены, жители региона положительно отзываются о уже благоустроенных участках дороги. Очень отрадно, что взялись за тротуары. Что плохого-то? Чтоб люди могли спокойно ходить, велосипедисты спокойно ездить. В общем-то, и красиво, и удобно. В целом хочется выразить большую благодарность за вот эту вот модернизацию дорог, которая у нас происходит последние 2 года, особенно в части обустройства тротуаров по дороге из Нарьян-Мара в поселок Искателей. Я как велосипедист хочу сказать, что действительно удобно очень сейчас, не приходится ехать рядом с машинами по дороге. Есть оборудованные специальные места, где можно комфортно ездить на велосипеде. Работы ведутся в плановом режиме, и уже с 1 октября этого года пешеходы и автомобилисты смогут передвигаться по комфортной, а главное, безопасной дороге. Василий Хатанзейский, Антон Бедряков, телеканал «Север».